кто? Василий Черепанов. Ничего не пойму, иди к окошку, покажись. Кому открывать-то? Может, совсем чужой человек. Вот он на улицу там выйдет. Кто он такой? Говорю, никто, чтоб ко мне не ходил. А, Василий, вон он где. Полез он куда. Давай, заходи. Заходи. Все, все. Узнал. Василий Николаевич Черепанов. С какой-то там он, где живет. Надо открывать ему. Вот теперь да. Василий пришел. Время-то уже сейчас дня. Открывай дверь, стучать не надо. Заходи. Узнал я тебя. Сразу закрывай дверь. Хорошо, вот так. Задвижку тоже. Давай, три поклона клади. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Все, говори. Мир всему дому. С миром принимаем. Какими судьбами? Да вот, решил брату на день рождения подарить духовное. А я-то при чем тут? Ну, вы как бы опытный в этом деле. И еще решил подарить ему? На ваше усмотрение. Так а еще буду, я его знать не знаю, какое мое усмотрение. Ты ко мне такую даль ехал-то зачем? Чтобы я ему дал что-то? Ну, душевное, чтобы повернулась душа. Да Бог его знает как. Душа, я его знать не знаю, он выпивает? Ну, иногда. Ну, иногда. Вот он тебя слушает, когда ты ему говоришь-то хоть? Да нет. Так а еще что ему дашь-то? Книгу дай, она пропащая будет. Я даже не знаю, это рисковое дело. А он как, старше, моложе тебя? На 6 лет младше. На 6 лет. 66 лет. А тебе сколько? 56, да? 66. Ему 66. А мне 73. Вон как. Ну, я не знаю. И человека не видит, что сказать. О, а если ему нашу визитку подарить в интернете? Спаси. Там целая библиотека, там наша жизнь, он посмотрит, как живем, как работаем. Спаси как... Христос. И как спаси ты сидишь Христос. На занятиях, с тобой разговор ведем. Спаси ведём. Христос. О, тогда ты меня подожди маленько, у меня тут есть они, вот это вот. А, вот такая вот у меня визитка, я не знаю, как показать-то, чтобы здесь было видно. И на обратной стороне у ней все наши данные. Вот она как, я не знаю, видно будет или нет. Рука трясется. На-ка, заверни в эту бумажку, положи ее туда. Вот так вот, вертикально туда поставь. Вот это ему подари и расскажи. Скажи, если зайдешь, как его звать? Ты не так, вот так поверни. Вот так, закрывай теперь, посмотри, где он. Так. Она вы... Ну, ничего, ничего, закрыто. Так. Вот он, если зайдет, ему скажи, что ты по скайпу можешь на меня выйти и поговорить. Игнатий Лапкин, заряди, скажи, он сразу на тебя выйдет. Скайп. Запомнишь слово? Ну, у них вроде компьютер есть. Ну вот, хорошо. Интернет, вот это будет интернет. Подарок. Это подарок в цене всех подарков. Внучка заниматься этим. Там все есть. Ну. Звонить не надо, я по телефону никому не отвечаю. Ага. А здесь может зайти скайп. Знаешь такое? Нет. Ну, назови скайп. Скайп. Вот в скайпе пусть Игнатий Лапкин зарядит. Ты забудешь скайп сказать? Да, сейчас да, я тебе дам бумагу и ручку, чтобы ты написал. А какая-то машина там стоит. Чья-то машина-то. Соседы ведь приехали, на нашу территорию поставил. Нам это не мешает нисколько. Так. Вот здесь, наверное, напиши. Так, туда не сходи, это вот та вот половищок, это улица, сюда не. А сюда вот. Туда давай. Можно. Там мы разуваемся, а тут мы босиком ходим. А то как бы грязь, весь туберкулез городской. Напиши скайп. Печатной буквой пиши.
Skype. Буква К, С, пиши С. Первая буква Семёна. С, К, Константин. А, Анна. И краткая. И краткая. И вверху там, на дне черточку буква и краткая. Скайп, П. П буква написана, Павел, П. Вот, Скайп. Ну, это уж сильно ты так. Дальше напиши, простыми буквами пиши, Игнатий Лапкин. Вот в Скайпе он наберет Игнатий Лапкин, он на меня выйдет. Пиши, Игнатий Лапкин. Понятно, как пишешь? Так, Игнатий Лапкин. Лапкин. Вот ты, Василий Николаевич, ему и подари своему брату Николаю Николаевичу-то. Я его не знаю, но это будет ему подарок настоящий. Опа. Ну, а ничего, ничего, она держит. Ничего, ничего. Пиши, Игнатий Лапкин. О! Вот теперь бери эту бумагу и туда положи с этим. Вот это ему подарок сделай. И пускай через внучку он на меня выйдет. А внучку-то, если ты знаешь, а ей сколько лет? Да, лет не знаю сколько. Ну сколько? Ну молодая. Ну молодая она в каком классе? Ну замужем уже. О! Все, положи, не сомни. Ну все на этом. А вот так вот сделай. Да, да, сделай то, не забудь, обе отдай. Вот я буду отвечать ему тогда. Ага. Он увидит там фотографии, увидит, как ты на собрании у нас есть, как обедаешь, все, все будет показано ему. Ну все на этом. Спаси Христос. Давай-ка мы вместе помолимся, я сотворю молитву. Спаси Христос. Господи, благослови этого Николая, открой ему истину к себе. Только ты, Господи, можешь это сделать. Найти потерянную овцу твою. Будь милостив, да не уйдет он из жизни без примирения с тобою, ибо из-за него ты пролил пречистую кровь. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. И косни все его род, свой и внучки. Внучку-то как звать? Внучку. Ну ладно, не важно, мы за всех помолились. Да я уж давно не общаюсь с ними. Ну все на этом. С Богом. До свидания. Ага, с Богом. Давай. Отправляйся. Я мать-то как Светлана. А, это не важно как, не ладно. Все, я закрываюсь. С Богом. Ага, с Богом. Давай. Надень на голову-то головной убор-то. А, вроде Аленка. Ну ладно, у тебя головной убор. Надень. Аленка. Надень на голову-то, холодно. Аленка. Ну ладно, согласен. У тебя там фуражка застряла. О! Да фуражка у тебя какая богатая, как хромовая. Кожаная. Кожаная, да. Да, это шапка. А, кожаная. Так она это стяженая там. Ну, кожаная. А сколько она стоит такая? Так я нашел на мусорке. Ничего себе. Выбросили на мусорке. Так, может, не выбросили, может, потерял кто-нибудь? Да, выбросили. Ну, это вообще удивительно. Новые вещи бывают, выбрасывают. Ну, я знаю. У нас он рядом это мусорные ящики, а та, которая вокруг огорожена. Так на огородку навешают иной раз одежды, прям хорошая. Ну, я не смотрю. У нас хватает. Ну, ладно. Давай. Ага, с Богом. С Богом. До свидания. Спасибо вас, Христос. Слава Иисусу Христу. Все хорошо. Ты когда что, ты старайся узнавать там, не сюда идти, а в воскресенье, когда мы встречаемся. Там все вопросы. Там бы я тебе дал, и все. А я шел с собакой. А, собака. У нее течка началась. Ну, беда какая. Ну и не пошла дальше, с кобелем так и осталась. Ну, она потеряется у тебя. А не. Потеряется. Да она отсюда прибегает, отсюда. Одна? Туда, одна. Умная собака так. А так-то много ходит собак, которые нищи. Ну ладно. Ага, всё. С Богом. Все, закрываю. С Богом. С Богом. Спасибо вас, Христу. Слава Христу. Это у нас сегодня 20. Какое надо посмотреть? А что, 26-е? Что я хотел? 27-е.
С Богом! Еще решил вернуться. Ну-ка, выйдет он как там. Посмотреть. Снегу нынче, вот когда половина окна снег. Ой-ой-ой. Что-то не видать его. А, вон он пошел. Вот и все. Слава тебе, Господи. Вон он пошел. Благослови, Господи, Василия. Жизнь его устрой, все по воле твоей святой. Видишь, о брате заботится, что брат покаяние принес перед Богом. Обратился. Вот он. Вот, тот возьми его. Положил. Визиточку дал ему. У нас там все данные. YouTube, Skype, форум, мой мир. То есть все там есть. Что-то проверяют. Сегодня 26 февраля 2020 года. Ну и вот здесь написано 13:00, там машины идут. Вот оно, время. Что-то застрял. Не выйдет никак. Я никому не отвечаю. Один сижу. Вот. Семикратно в день надо помолиться. После каждой молитвы 100 поклонов. И так вот идет. И забываешь про всякие болячки. Вот он как. Вот видишь, вот как на одном месте стоит. Аллилуйя. Закроет, нет, закроет. Он договаривает, что с Володей поехал Потеряевку, там пруды откапывать, для воды проход сделать. А он кидать может. Благослови его, Господи. 63 года. Не 63, наверное, 73. Все, ушел.